Здравствуйте, вы смотрите новости компании Life is Good, в студии Ольга Каминская, сегодня в выпуске. Командный дух. Ретрит директоров в горах Краснодарского края и сплав по реке Убе в Казахстане. Жилье в Башкортостане. Квартира для матери пайщика ЖК Быствы Флорида Инсапова. Переговоры на Кипре. Подготовка к директорскому балу в Лимассоле. Бизнес Life is Good продолжает демонстрировать стремительные темпы развития, в том числе за пределами Российской Федерации. 29 июля в Бишкеке, Республике Киргизия, состоялся региональный базовый семинар. В РБС приняли участие более 220 жителей республики. Топ-лидеры Life is Good подробно рассказали собравшимся о деятельности холдинга. Состоялась презентация жилищной программы некоммерческого кооператива Best Way Elite. Здесь мне понравилось кооператив, который мы сами, члены кооператива, мы сами друг другу поддерживаем взаимный, по очереди квартира покупаем. Это очень здорово. В ходе семинара первым пайщикам кооператива Best Way Elite в Киргизии были торжественно вручены таблички на объекты недвижимости, после чего они поделились своими впечатлениями от участия в жилищной программе. Изучали много вариантов приобретения жилья. Когда мы купили квартиру, это было сказочно, можно сказать, потому что практически это мечта была. Рекомендую всем не бояться, здесь никто никого не обманет, все прозрачно. Приобретайте жилье. Каждый день хочу кричать, прям у меня такие чувства, я свою квартиру смотрю. У меня трое детей, я теперь вот одну квартиру приобрела. Теперь хочу каждому своему ребенку приобрести жилье через наш кооператив. После завершения РБС 8 лучших партнеров Life is Good в Киргизии были приглашены на риторику. Она проходила 31 июля и 1 августа в туристическом комплексе на берегу озера Иссык-Куль. Флорид Инсапов из города Октябрьский, Республики Башкортостан, решил жилищный вопрос для своей мамы. С помощью ЖК Быствы была куплена однокомнатная квартира. Приобретение недвижимости стало возможно благодаря выгодным условиям рассрочки в жилищном кооперативе. На сегодняшний день она составляет от 0 до 2% годовых сроком до 10 лет. Оформление сделок ведется в строгом соответствии с действующей законодательной базой. Процедура максимально прозрачна и не требует предоставления большого пакета документов. Все, что от меня потребовалось при вступлении в жилищный кооператив, это паспорт, неважно, какая у тебя работа, неважно, кредитные истории, справки о доходах, что значительно упрощает вступление в жилищный кооператив и покупки жилья. Квартира находится в новом современном районе города. Ее общая площадь 45 квадратных метров. Доволен остался, что такую квартиру нашел. Мне очень и мама довольна, и все довольны. Участие в жилищном кооперативе Best Way делает покупку жилья доступным для людей со средним достатком. Командообразование – важнейший инструмент развития и укрепления бизнеса. С 10 по 12 июля в поселке Мизмай Краснодарского края проходил первый ретрит директоров Life is Good. Для участия в мероприятии приехали более 40 лидеров холдинга. Ретрит сочетает в себе деловую часть с духовным и психологическим развитием, а также физической подготовкой. Участники получили новые знания и практические навыки, необходимые для развития бизнеса и личностного роста. Аналогичные мероприятия, они просто вот жизненно необходимы вот для работы моей структуры, там, моей дирекции. Что однозначно вот такие вот вещи точно нужно дублицировать. И, естественно, вот те моменты, которые мы здесь прописываем, что нужно внедрить, они, конечно же, будут внедрены. Это там и общение, и мероприятия, которые мы проводим, взаимная поддержка. Для директоров была подготовлена увлекательная программа активного отдыха и знакомства с природными достопримечательностями. Ночной поход в горы с привалом у костра, пешеходные маршруты по труднодоступной местности, купание в водопаде и горной реке. У всех появилось желание поддерживать свою хорошую физическую форму в том числе, потому что это очень полезно для бизнеса. Все принимают такое командное участие, друг другу помогают, друг друга поддерживают, друг друга мотивируют. И, конечно, это очень способствует тому, чтобы в дальнейшем мы в своих регионах имели такую же поддержку и по бизнесу тоже. На обычных мероприятиях мы встречаемся не так часто в таком количестве директоров. Конечно, мне было интересно общаться с теми людьми, которые работают сегодня в разных городах, в разных регионах, имеют разный опыт.
ходе ретрита межличностные отношения лидеров выходят на новый уровень. Директора становятся близкими по духу, повышаются взаимопонимание и взаимовыручка. Происходит общение в неформальной обстановке, обмен полезной информацией. Этот формат, прежде всего, это достаточно мощный тимбилдинг. Когда приезжают 40 лидеров компании, то они обмениваются опытом, мы решаем какие-то конструктивные задачи, которые актуальны на сегодняшний день. У нас всегда есть мозговой штурм по актуальным вопросам компании, и всегда по итогу получается хорошее решение, которое мы в дальнейшем реализуем на практике. Важным психологическим аспектом ретрита является повышение стрессоустойчивости. Это особенно важно, поскольку бизнес Life is Good сопряжен с плотным графиком деловых встреч и частыми командировками. Наш век, который быстротечный, когда стрессов много, меняется быстро ситуация, необходима не только подготовка для бизнеса, но и личностная подготовка. Директора все на высшем уровне, они еще раз подтвердили, что они достойны всех вот своих заслуг, да, побед, и с честью выдержали все тренинги, которые здесь были для них подготовлены. Еще одно командообразующее мероприятие холдинга завершилось в Казахстане. С 24 июля по 3 августа проходил многодневный сплав по реке Убе, правому притоку Иртыша. В водном походе приняли участие 16 партнеров холдинга. На встречу испытаниям они отправились в сопровождении опытных инструкторов. Организатором мероприятия и одновременно капитаном команды выступил один из директоров Life is Good Олег Кондратов. Это была мечта. Мечта собрать людей, мечта объединить команду. Люди, проявив себя в этом мероприятии, они, я думаю, зарядятся вот этой вот доброй энергией. Это была задача сплотить людей, направить их на командную работу именно. Очень схожие здесь стоят задачи в бизнесе и в туристическом походе. Сплав по реке проходил в окружении великолепных природных пейзажей. Общая протяженность водной части маршрута составила более 180 километров. 4 раза менялись стоянки. За время похода участники овладели техникой гребли, смогли пройти испытания в рафтинге на сложных порожистых участках реки. Я многое про себя знала в этой жизни, но я никогда не думала, что я могу по 11 часов кряду держать весло в руках. Лучше познаешь себя, лучше познаешь людей. А самое главное, понимаешь, как взаимодействовать с этими людьми. Одно дело, когда мы проводим время в офисе, в работе, другое дело, когда мы проводим это в таких экстремальных условиях. 3 и 4 ноября 2018 года в курортном Лимассоле на острове Кипр будет проходить чествование топ-лидеров холдинга. В торжественных мероприятиях примут участие 54 директора Life is Good во главе с президентом компании Романом Василенко. В Лимассоле в рамках подготовительных работ была проведена встреча организаторов. Для переговоров собрались представители холдинга и ответственные лица с кипрской стороны. Состоялось обсуждение деталей предстоящего мероприятия. В первый день намечена деловая программа, тренинги, лекции топ-лидеров Life is Good, выступление Романа Василенко. Во второй день запланирован грандиозный директорский бал, в рамках которого пройдет торжественная церемония посвящения в директора. А завершением вечера станет концерт с участием звезд российской эстрады. Переговоры прошли на высшем уровне. Мы получили поддержку колоссальную от руководства отеля. Были поставлены технические и творческие задачи. И даже несмотря на сложный технический райдер от эстрадных звезд, мы понимаем теперь, что эти задачи будут выполнены на 5 с плюсом. Предстоящее событие в истории холдинга имеет особую значимость. В этой связи для реализации проекта были приглашены надежные партнеры, с которыми организаторы уже имеют опыт совместной работы. Я рад заниматься подготовкой бала, и мне вдвойне приятно, что снова увижу своих старых друзей. Увидимся в ноябре. Местом проведения мероприятия выбран роскошный 5-звездочный Grand Resort Hotel, один из лучших на Кипре. Он расположен на первой линии на берегу Средиземного моря в престижном районе Лимассола. Имеется собственный пляж. Территория отеля занимает площадь 20 тысяч квадратных метров. Благодаря безупречному обслуживанию, изысканной обстановке и развитой инфраструктуре, Grand Resort Hotel часто становится местом проведения важных переговоров бизнесменов и политиков самого высокого уровня.
И вот в ноябре здесь будут принимать топ-лидеров Life is Good. Ως διευθυντής του ξενοδοχείου Grand Resort εδώ στη Λεμεσό, στην Κύπρο μας. От имени руководства отеля я приветствую всех участников директорского бала, который состоится на Кипре в нашем отеле в ноябре этого года. С нашей стороны мы гарантируем для гостей незабываемый прием и предоставим самые лучшие условия для проведения мероприятия на высочайшем уровне. На сегодня это вся информация. Следите за новостями компании на нашем видеоканале Life is Good на портале YouTube и в социальных сетях. Также все выпуски новостей доступны на официальном сайте компании. Жизнь прекрасна. Будьте с нами!